Да. Приветствую вас, леди и джентльмены, друзья и подруги. С вами Моркит. И мы продолжаем проходить Black Mesa. Именно здесь мы остановились в прошлый раз. И посмотрим, что здесь да как. Ага. Это что за нафиг? Вы что, ребят, вы так не делаете? Дам-дам-дам, музончик, это тяжелый нагиб будет, я чувствую. Очень тяжелый, очень качественный. Сейчас, сейчас всем покажет батька, где раком зимуют. Вы чё? Ах вы суки, вы думаете, так просто меня возьмете? Да, конечно, нет. Слышь ты, с автоматиком, иди сюда. Хрен тебе. Ты слишком глуп, чтобы меня убить. Да ну блин, ну. Сука. Я вообще с этим никак не согласен. С такой постановкой вопроса. Ой-ой-ой. Косяки пошли, тихо! Вот так, получите, гады. Ну что-нибудь, ну пожалуйста. Блин, как я с этим воевать-то буду? Тихо. Да, хедшот, детка. You was owned. Блин, меня сильно ранил, у меня половина хп осталось. Тихо. Это что такое? Я не могу понять. А как просмыгнуть? Тут же какой-то есть выход, по-любому. Не может быть такого. Туда что-то взрывается и так далее. Но это же все мелочи. Выход же есть. Выход же всегда есть. Вы же сами знаете. Выход есть всегда. Ах, вон он выход. Блин, оружие не точное нифига. ХП мало, брони мало, да всего мало, блин. Получи. Получи хэд прямо. Еще один хэд. Быстрее прорываемся. Аптечка. Да, ребята, да-да-да-да, все получается. Фух, я, честно говоря, думаю, меня сейчас убьют. Но! Вот так. 98 хп. Мы рулим. Но музончик не становится спокойным. Значит, нас многое ждет впереди. Много-много непростого. Много испытаний. И будут они не где-нибудь, а прямо сейчас, где-то рядом. Так, надо собрать все, что мы можем собрать у этих чувачков. Еще одна аптечка. Замечательно. Жалко, брони мало. Брони практически нет. Блин. И что я вижу? Я вижу вертолет. Да как ты? Он вообще моментально среагировал. Видели, да? Он только начал поворачиваться. Я хотел получше прицеливаться. Он только поворачивает, тут же от бедра начинает меня точно в меня стрелять. Сучонок такой, я тебе бать порву. А что за звуки? Как будто что-то летит. Ой-ой-ой. Бомбардировка. Ковровое бомбометание. Я ухожу. Ни хрена себе. Я так не договаривался. Нет, вот в дот надо. Быстренько. Да ни хрена себе, они тут все взорвали. Меня замуровало, да? Да, меня замуровало, я выбраться себе не могу так просто. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давно я не играл, я не помню. Тут какой-то выход есть. По-моему, на какие-то скалы выходит. Что-то. Что, сука. Десант. Получите.
Да. А ты как хотел? Думал, вот так просто прокатит? Да нет, конечно, ничего у тебя не получится. Слишком наивен, чтобы меня убить. Слишком ты нуб. Блин, куда, куда пройти-то? Как вообще тут? Есть мысли по этому поводу? У меня нет. Ой, сука, они где-то рядом. Да. Короче, что-то очень тяжело стрельба идет в этой игре. Я не знаю почему. В первом Half-Life было намного легче. Специально, сука, чтоб что ли сделали? Чтоб навредить мне. Я вам наврежу, бля. Так не вижу. Ну давай, давай своих ублюдков сюда. И первому, и второму сейчас заряжу прям сходу. Ха-ха, дробовичок-то работает, работает. Хороший дробовичок. Если честно, все равно ситуация очень плохая, ребят. Очень плохая ситуация. Мне она не нравится нисколько. Вообще нисколько. Надо сваливать. Ну я не вижу никакого резона с ними стреляться. Ну его нафиг. Они меня порвут по-любому. Ну вы... Высадится два десантника, я прикончу еще два. Ну, с третьих меня по-любому убьет. Они очень быстро. Они, блин, тут в чем проблема? Они только появляются, сразу начинают стрелять. Видели, да? То есть, я что он повернулся, посмотрел, начал стрелять, а он еще до конца не развернулся, а уже точно. И как они стреляют, блин. Сука, читер, а имбот у них по-любому есть. Мультихак и вся фигня. Так нечестно. Так. Никаких полезных вещей тут нет внутри. Так, тихо. Пошли задницу. Мелкие хэдкрабы очень мелкие, но вредные. Не умничай. Так. Это мины вроде, да? Но почему я их не могу взять? Так, все, готов. Будем думать дальше, что нам делать. Нам срочно броня нужна и ХП. Я не собираюсь так долго путешествовать. 66 единиц здоровья и без брони, это полная жопа, я считаю. Чё? Я ловил момент и... А, понятно. Короче, он думал, что все будет хорошо, а оказалось нехорошо. А, так, кто это мне? А, понятно, ладно. Перезвоню потом. Так, ладно. Интересно. Ага. Чёртовы ученые. Это дерьмо. Да. Я знаю, все нормально. Не надо нервничать. Сука, как он стреляет-то точно, подъёмыш. Просто супер точно стреляет. Да когда его не, он меня не видит, его сразу можно прикончить. Тут он супермен какой-то, блин, прямо, как только увидел. Сучонок. Ага! Здоровенько, док. Well, so much for the government. Their idea of containment. Это правительство. Идея убить всех, кто видел, что случилось, всех свидетелей. Мы должны сделать так, чтобы люди об этом узнали, все довести до правосудия. Если кто-то может пройти из ученых в комплекс, мы сможем составить оппозицию военным. Транзитная система выключена, но я смогу ее что-то сделать, активировать. Силокомплекс. Надо идти в силокомплекс. Надо пройти через лабораторию ракетных тестов. Ты можешь доверять им, ученым, которые там находятся. Ты можешь всем нам доверять. Ну, чувак, я буду доверять, конечно, да. Ну, как говорится, доверяй да проверяй. И совсем всем-то я не буду доверять. Военным точно не буду доверять. Они уже показали, что они есть. Пусто здесь есть. Разыск. Все нормально, чувак, не переживай, мы потихоньку, но выберемся. Так, сохранимся на всякий пожарный. А, тут еще и загрузка.
Так, надо подумать. Надо подумать. Скорее всего, вперед, да? Но есть что-то внизу. А, это не внизу, это сеткой закрыто. Значит, вниз мы не можем попасть. Но мы можем двигаться прямо. Да, да, да. И военные, конечно, Blast Pit. Короче, да. В общем, вы поняли. Короче, мы идем этот на возвышенность. Пит, скала, гора, что-то такое. И какой-то звук, сука. Ага. Так, внизу меня заметил этот бобер. Но... Этот меня тоже заметил, но... Поздно. Слышишь? Это что такое было вообще? Блин, я вообще так не планировал. Как это понимать? Заходишь спокойно, убиваешь и ни с того ни с сего умираешь сам. Наверное, там что-то взорвалось. Я что-то не досмотрел, ребят. По-любому я что-то не досмотрел. Сейчас, конечно, мы намного проще сделаем. Мы просто подаем сюда, кинем вот так гранатку и отойдем. А, точно, видите, там что-то могло взорваться, и оно взорвалось в итоге. Поэтому нас и убило. Я не рассмотрел это сразу, и поэтому за это и поплатился. Так, собственно говоря, все, что мы могли здесь взять, я помню, ничего полезного нет. Мы здесь все посмотрели, убили этого, нагнули этого негодяя. И получи. Вот так. Мне не нужны тут никакие препятствия в виде непонятных инопланетных ящериц. Нафига они мне? Насколько мерзкие существа все-таки. И, сука, самое главное, что они крупные. Вот что плохо. Если бы они были маленькие, как букашки такие. На, без греха. Блин, что там? Разобрался сразу и все с ними. А тут не так. Тут все немножко иначе. Так, это радиоактивный, я не буду стрелять. Кто знает, как она себя поведет. Вдруг она какой-нибудь газ будет источать, и я помру. Тихо. Ага! Да, до меня дошло все-таки. Нам надо вот сюда. Тихо, я приседаю. Все, нормально. Нормально, ребята. Как всегда во всех крутых играх мы пробираемся через вентиляцию. Вентиляция это просто... Это в любой игре трушной должна быть вентиляция. И ты по-любому должен уметь по ней лазить. Ну, вы уже это поняли, да? Вот мы проходим какую уж третью или четвертую игру по счету. И, конечно же, в этой игре есть вентиляция. И они играют очень и очень важную роль. И во многие места никак, кроме как по вентиляции, попасть нельзя. Двигаемся вниз по лестнице. Блин, что-то какие-то лестницы. Мне сейчас так начнет меня водить вообще. Я начну это глючить. Так, что тут у нас? Тихо. Это мне нужно. Вот это. Вот так. Дробовичок, патроны. Все хорошо. Патроны. Наверное, те самые магнумы. Или магнум все-таки это для револьвера. По-моему, для револьвера магнум. А это просто патроны. Просто дробовик. И сейчас... Да, все спокойно. Я думаю, сейчас кто-то будет нас здесь ждать. Нет, никто не жмет. Блин, а посмотрите все-таки, ребята, какая атмосфера, да? Так подумать. Представьте себе, что это... Когда только это все вышло, как было. Тогда игры были такие, блин, как бы они прикольные были. Да, мультиплеер был офигенный, там Quake, там Unreal, но сингл был вообще как бы нормальный, ну так себе. А, блин, когда эта игра вышла, это просто революция была. Такой сюжет, такие помещения, такая музыка, все это прямо так сочетается. Блин, научная фантастика, все вместе, блин, нагиб, реально нагиб. Так, ладно. Продолжаем. Это надо взорвать. На всякий случай. Вот так. Давай, бу-бум. Ну? Только горит. Ха-ха, сработало. Хорошо. Так, и у нас есть вагонетка. Наверное, на ней ехать надо, да? На вагонетке вот этой. Я помню, что где-то мы будем на вагонетке ехать. А, вот она, вагонетка. Точно, точно. Как я мог... Вот так. Ага. Все замечательно, я согласен. Да нет, вот так. Мне не нужны тут. Все нормально. Нет, 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 быстрее, быстрее. Надо присесть. Ты меня нафиг порвет просто. Быстрее, быстрее, быстрее. Добавляй скорости.
Быстрее, быстрее, еще быстрее. Главное проскочить. Если проскочим, ребят, то все это мелочи. О, нет! Я этого не помнил. Блин, 49 хп осталось. Нифига меня подкинуло тут. Подождите, а как залезть? Тут же как-то залезть можно. Введен морфин. Я очень рад, что меня введен морфин, но он никак особо на меня не влияет. ХП у меня не восстанавливается от вашего морфина. Но... ну, хотя бы что-то. Хотя бы хоть какой-то эффект есть. Наверное, сюда, я так думаю. Ну, по-моему, мне кажется, что это самый очевидный путь из тех, что есть. А больше никаких путей я и не вижу. Если честно. Так, лестница. Блин, а что интересно, что это за радиоактивные отходы такие ярко-зеленые? Так. Надо присесть как-то и как-то вот так, да? Вот, да, все нормально, получается. Получается. Здесь ничего, а здесь нормально, можно бежать. Бежим мы по трубопроводу какому-то огромному. Судя по всему, здесь раньше проходила какая-то жидкость. Нагиб. В общем, вы поняли. Сейчас нормально все будет. Нормально, нормально. Вы же знаете, это всегда получается. Это просто чисто случайность. Я отваливаю. Пошел в задницу. Ага, ты думал, так легко будет? Нет. Получай, фашист, гранату. Вот так вот, да. Чтоб так, чтоб прям по самые помидоры тебе. Вечно бродить буду. Одно и то же ящики, но ящики большинство пустые. Я хочу, чтобы они были полные, чтобы там была броня, здоровье, аптечки, да. Не знаю, автоматические гранатометы, чтобы в ящиках лежали. Блин, опять радиация меня очень сильно так это на меня воздействует. Надо наверх подниматься, здесь явно ничего нету, здесь ловить нечего. Так, мы поднимаемся наверх, что мы видим? Ага, вот это интересно. Здесь я тоже, пожалуй, пройду. Смотрю, что там есть. Надо же, ух, как здорово. Вот это да, вот это вообще шоколадно. Сейчас, тут. Да, все. И нефиг выпендриваться. Дробовик имеет второй выстрел, он сразу два патрона выстреливает. И я слышу фон, но ХП не уменьшается у меня, значит... Да ну, сука, ну что ж ты делаешь? Блин, какой же ты... Фига вас тут двое еще. Блин, блин, ну давай живее, что ты в самом деле? Умри. Так, я слышу действие радиации. Тык-тык-тык, вы тоже, наверное, слышите, да? То есть счетчик Гейгера активно работает. Но ни ХП, ни броня у нас не уменьшается. Это значит, что, в общем-то, ситуация достаточно для нас безопасная. Нас защищает наш костюм, и он тоже от этого не страдает никак, от этой радиации. Здесь, наверное, уже похуже будет. Но, тем не менее, как вы видите, тоже никаким образом ХП и броня не страдают. То есть все нормально. Мы защищены от радиации. Если мы туда не попадем вниз, в эту радиоактивную водицу, то, скорее всего, никак не пострадаем никаким образом. Ай-яй-яй, вот так. И что у нас имеется? У нас имеется лифт. Интересно, он работает? Да, 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 есть кнопка, я на зеленая. Работает, ребятки, работает. И мы начинаем двигаться вверх. Опасно. Contaminated area. Зараженная, ну, короче, да. В общем, опасная зона. И больше я не успел прочитать. Вот. Это я и хотел сказать. Да. Загрузочка. А, кстати, эти... решетки на лифте, как старые лифты, там, начало середины века, 20-го. Нет. Сука. Ты вообще бешеный, что ли? Офигеть, блин. Вообще такое внезапное нападение, я реально не ждал, что... Не ждал, может, кто-то там выскочит. Но не в таком же количестве. Этого убили они, вот сволочи. Короче,
Ситуация сложная. Сила Д. Я помню, что здесь надо что-то активировать, что-то включать, но не помню, ребят, что именно. Музыка такая, далеко, скажем, прямо не расслабляющая, на самом деле. Но... Ага, вон еще одна наша жертва, вижу ее. Ушел, гаденыш. Ты где там ходишь? Не, не выходит, ушел. Ладно, с ним мы потом разберемся, я думаю, это не так страшно. И... Доктор мертвый, но есть две аптечки, есть патроны дробовика. Короче, хорошо, живем. Живем, ребятки. Все нормально. Да уйди отсюда. Так, нет, не открывается. Здесь бронированное стекло. И нам придется, наверное, двигаться внутрь. Что написано? Airlock cycles automatically. Это... Система циркуляции воздуха автоматическая. Да. А у меня, подожди, так. Даже не думай об этом. Док, ты чё? Вы должны выстрелить ракетой. Перед тем, как... Понятно. Чё-то как-то тебя сильно тряхануло. Видать, это... Сердечный приступ. Давай, давай. Опаньки, да, это уже не очень хорошо. Да, ребятки, на этом мы на сегодня прервемся, а в следующей серии мы будем нагибать вот этого монстра, пытаться нагнуть, и не только его, с помощью ракетной шахты и других интересных технологий. Поэтому, что я вам хочу сказать, если вам нравится проходить Black Mesa со мной вместе, то вступайте в нашу армию, нагибайте всех, и мы увидимся с вами.